Уфимцев вновь покорила страна контрастов. Индийская выставка в столице Башкирии проходит уже 5-й год. Здесь и текстиль, и одежда, и товары для дома, и многое другое. Это все ручная работа. Каждая ваза, каждая чаша кропотливо изготавливалась мастером. Это настоящий восточный базар, где принято торговаться. Дух Индии здесь витает повсюду. Уфимкам сразу же приглянулись лавки с благовониями и украшениями. Очень искусно сделано. Сейчас пойду, я хочу еще 2 пары купить. Ко всем своим нарядам ждала долго эту ярмарку. Ой, какой запах приятный. Да, как дуновение ветра. Все от носков из верблюжьей шерсти до ковров ручной работы. А еще продукты питания. Они натуральные, без химикатов. Я надеюсь о том, что в ближайшие годы вот наше сотрудничество, которое уже десятки лет продолжается и в образовательной, и культурной сфере, и в торговле, оно будет расти. Приобрести индийские товары и познакомиться с культурой южноазиатского государства уфимцы и гости столицы смогут до конца июля. Алина Каматова, Радмир Халитов, Вести, Башкортостан.